играть, чтобы крепко дружить, чтоб улыбки друг другу дарить. В реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями отметили Международный день защиты детей. На праздничном концерте принимали участие артисты Центра традиционной культуры народов России Хасаюртовского района. Поздравляя от имени главы района Джамбулата Салаева, директор центра Азамат Кадыров сказал, что как не бывает счастливого ребенка без мамы и папы, дети, оставаясь сами собой, со своей бедой, не получают радость. И поэтому мы каждый год организовываем такие праздники. Это общий праздник, поэтому поздравляю сегодня всех. Хочу сказать, что мы стараемся делать много, но, конечно, недостаточно для того, чтобы всем детям с ограниченными возможностями было больше возможностей себя реализовать. Были на празднике песни, стихи и, конечно же, танцы. На таких праздниках дети получают массу новых впечатлений и новых друзей.
спасибо. Будьте здоровы. Чичигины, балчивине да-да-да, балчивине да-да-да. Синий вымур кузыри, мини-гатыр малова, мини-гатыр малова. Эй, орюга с визгиге, вичитала бояги, сыне тулай мния, я сыне бояги, я сыне бояги. Sen mala giri gini, sen mala giri gini. Hey, arıldız biz gibi, bir şey daha burayı. Seyyubin dolayı dünya, illa seni bulayı, illa seni bulayı. Если вы согласны с нами, говорите «да». Настроение отличное? Да! Компания приличная? Да! Все так считают? Да! Все летом отдыхают? Да! Мы все сумели? Да! Мы везде успели? Да! Дружить умеем? Да! А вы умеете играть? Да! Один. А стихи читать? Молодец! Давайте мы с вами делаем красивый круг. Так, делаем большой красивый круг. Ну что ж, а теперь давайте еще громче, очень громко привет! Привет! Еще громче! Привет! Мы очень рады вас видеть. Скажите, а вы нас узнали? Да! И кто же мы? Кто-нибудь знает, как его зовут? Подождите, Дэдпул, конечно! А как же меня зовут, кто-нибудь знает? Дэдпул! Фэль, конечно! Скажите, а вы готовы с нами играть? Да! Да! А танцевать готовы? Да! Да! А у вас у всех есть имена? Да! Да! Прекрасно! Сейчас вам нужно очень громко каждому прокричать свое имя. Вы справитесь? Да! Точно? Тогда на счет три очень громко кричим каждый свое имя. Один, два, три. Еще громче. Один. Так, подождите. Очень громко каждый свое имя, хорошо? У вас ведь есть имена. Да, готовы? Один, два, три, кричим. Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Ты что, моя лапушка, ла-ла-ла. Куда там ищу, чтоб не потерять? Ты
Пикачу, выбирай тебя. Пика-пикачу, чу-чу-чу-чу. Я с тобой хочу, чу-чу-чу-чу. Да, пойдем с другой стороны, может быть, там будет удобно.
будет молодым. Лови, лови, вот это тоже! Так, в тенике хорошо. Солнце не светит, правда? Может, давай будем сидеть, да? Зачем куда-то нам идти, правда? Да? А я всех поймала? Кого не поймала? Не поймала, вот же! Вот же поймала всех, не правда? Вот поймала! Ай, ай, ай!
очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни боя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен мне. Я рисую новый мир, пусть моя не сохнет кисть. Я рисую новый мир, и прохожий обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, я рисую в своем огне мир, каким он должен быть. Всем нашим деткам, всем нашим родителям с большим огромным терпением. Я надеюсь, вам праздник понравился. И это не последний праздник, впереди еще много красивых, добрых мероприятий. Я бы хотела выразить благодарность нашим спонсорам, благодаря которым мы смогли сегодня организовать это мероприятие. Спасибо нашим спонсорам за понимание и неравнодушное отношение к детям с ограниченными возможностями и благотворительную помощь в организации мероприятия, посвященному Международному дню защиты детей. Искренне желаем вам реализации всех ваших замыслов, крепкого здоровья и благополучия. Спасибо вам за возможность порадовать, обрести детям новых друзей, встретиться с артистами, получить подарки и встретиться со сказочными персонажами. Благодарность объявляется генеральному директору ООО «Газпром» «Газ Махачкала» Асканину Александру Юрьевичу за спонсорскую помощь в виде сладких подарков для наших детей. Хотим поблагодарить за сладости на нашей столе. Выпечка «Шок-оборонка», которая остается неизменной, как всегда, от Живой Махужат Магомедовне. Представители не все есть сегодня здесь, поэтому мы хотим объявить благодарность. За еду на наших столах хотим поблагодарить кафе «Сицилия» Хаджалаева Султана Магомедовича, кафе «Неаполь» Бутаева Шамиля Идрисовича, кафе «Пирирейс». Особенная благодарность фирма «Таксилидер» лице Гаджиева Габибулы Гаджиевича за спонсорскую поддержку. Спасибо большое магазин «Золотой Рунов» лице Джансиньеровой Маржан Усмановны. Также аниматоры «Креатив Шоу», который спонсорская поддержка у нас начальник района Кабардин Султан Арсланович. Тоже огромная благодарность. Спасибо большое ДК «Водник», Дом народного творчества, всегда поддерживает нас
Спасибо большое, группа Эндрей, детки, которые нас сегодня порадовали, певцы, которые сегодня пришли ради этих особенных деток. Огромная вам благодарность человеческая. Спасибо большое всей команде реабилитационного центра, которые с каждым днем работают с этими детьми и помогают в организации этого мероприятия. Огромное всем спасибо. За время существования центра накоплен определенный опыт работы по оказанию социально-реабилитационной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям. Хорошая материальная база, высокий профессионализм сотрудников дают гарантию в том, что дети получают необходимый перечень реабилитационных мероприятий.